Кто не слышал об Афонской молитве? Это всего лишь несколько слов. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Крихом души, Господи, мы славим Бога в Его величии, Царя Израиля, Создателя видимого и невидимого мира, перед которым трепещут Серафимы и Херувимы. Сладчайшим воззванием Иисусе мы свидетельствуем о том, что Христос, Спаситель наш, здесь. Мы благодарим Его за то, что Христос есть Сын Божий и Сам Бог. Ведь нас спас не человек и не один из ангелов, но истинный Бог Иисус Христос. Затем, с сокровенной просьбой «помилуй меня», мы поклоняемся Богу и просим Его, чтобы Он смиловался над нами и ради спасения исполнил то, о чем мы Его просим, чего желаем, в чем нуждаются наши сердца. И в конце, дабы наша молитва была полной, мы прибавляем слово грешного, исповедуя свою греховность, так, как это делали все святые, и так сделали с нами света и дня. Мы видим, что молитва включает в себя прославление, благодарение, богословие, прошение, исповедание и покаяние. Что же мы можем сказать об умной молитве? В наши дни, слава Богу, многие говорят о ней и издают невероятное число книг на эту тему. Даже дети сейчас знают, что это такое. Все от мала до велика спасаются ей. Это прекрасно, потому что мы должны познать истинное сокровище, умную молитву, память об имени Божьем. Веками Церковь, с одной стороны, в молитве беседует с Богом, с другой – ей воодушевляет своих чад. Умные делания охватывают весь мир и доходят до каждого человека. Верно сказал псалмопевец Давид, что имя Божие дает нам жизнь. Имя Твоего ради, Господи, живи шемя. По дивному слову святого Григория Синаита молитва – это пламень радости, благоухающий свет, апостольское вещание, благовестие Господа, полнота сердца, познание Бога, радование веселья души, милость Божия, луч умного солнца Христа. Молитва – это Бог, творящий все во всем. Да, в течение веков Церковь молитвой с одной стороны беседовала с Богом, а с другой стороны воодушевляла своих чад. Ее отголосок наполнял все творение, и ее действия содействовали возрождению мира. Еще одна проблема, связанная с молитвой. Дело в том, что мы, погруженные в свои дела, спешим, устаем, разочаровываемся. Живем в страхе, не можем освободиться от сомнений, страстей, перемен настроения. Чтобы заснуть, мы доводим себя до изнеможения. Чтобы развеселиться, мы играем на гитаре. Развлекаемся, где придется. Разве это жизнь? Она лишь еще более утомляет нас и не дает возможности молиться, как бы нам того хотелось. Поэтому святые отцы говорят, что слова Божии орошают человеческую душу и укрепляют ее, подобно тому, как вино тело. Слово Божие содержится в Писании и у святых отцов. Когда мы изучаем эти книги, особенно же святоотеческие творения, внимательно, а не безрассудно, растрачивая свои силы, если вменяем душеполезное чтение себе в каждодневные правила,
то оно удобрит почву нашей души и позволит ей подняться горе. Чтобы молиться, нужно воспитать в себе одно качество. Подобно тому, как мы обычно заботимся о своем физическом здоровье, так необходимо заботиться и о душевном самочувствии. Всегда необходимо радоваться, а если мы постоянно молимся, то радость Христова нам даруется в еще большей мере. Когда ты удручен, огорчен, молитва не идет. Следи за своими эмоциями, ибо твое настроение сильно влияет на твою молитву. Посмотрите, как замечательно сказано о Саве Ватопецком, который претерпел, пожалуй, все невзгоды. В обхождении светлейшей и видом приятнейшей и радостнейшей. Он радостно улыбался собеседнику, его лицо светилось, и весь он был преисполнен благодати. А представьте, каким он предстоял в общении перед Богом. В молитве он был словно яркое солнце. Древний аскет Авва Исаия говорит, «Если на своем пути ты встретишь идущего к тебе человека, то, исполненный святости, поприветствуй его с улыбкой и дай ему лобызание столь светлое, что сможешь осветить даже его скорбящую душу. И возьми поклажу, если она окажется у него в руке, чтобы лишить его всякой тяжести, и подари ему свою улыбку и радость самого Христа. Никогда не говори другому, ты не умеешь это делать хорошо. Стой, я научу тебя. Или еда, которую ты приготовил, могла бы быть и получше, чтобы не огорчать его, но належит тебе обрадовать сердце его. Если тебе приносят пищу, которую ты не можешь съесть, не показывай этого. Принудь себя вплоть до смерти, чтобы это съесть и обрадовать другого. Итак, необходимо, чтобы твоя любовь обнимала не только твою собственную пустынь, но распространялась на тех, кто очень далек от тебя. Если случайно ты кого-нибудь огорчишь, кем-нибудь пренебрежешь, то знай, что тогда уже не идет речи о достижении очищения, ибо как вольется в тебе божественная благодать? Если ты не вмещаешь в себя интересов другого, и это ограниченный мир, то как вместишь беспредельного и невместимого Бога? Чем бы была наша жизнь без молитвы? Чем бы был весь мир без нее? Сердце без молитвы похоже на целлофановый пакет, который от своего груза быстро рвется и вскоре выкидывается. Именно молитва, ибо она дает нам Бога, продает смысл нашей жизни и всему нашему существованию. Говорят, что жизнь кончится, когда прекратят молиться люди. Но разве возможно, чтобы это произошло? Нет, ибо всегда найдутся любящие Господа, и непрекращающаяся молитва таинственным образом будет питать их. Мир, доныне стенавший и пребывающий в мучениях из-за падшей природы человека, воскреснет. Будет новая земля и новые небеса. Мир возрадуется в вечном веселье и славе рода человеческого, в божественном светоизлиянии. Давайте молиться и держать наготове свои кадильницы, ибо куда бы мы ни отправились с молитвой на устах и в сердце, мы тотчас становимся домом обитания Господа. Соломон, этот великий человек, воздвиг свой храм, собрав все материальные ценности – золото, серебро, изумруды, все, что было у народа. Он истратил на постройку денег больше, чем кто-либо, и все это ради того, чтобы возвести дом Божий. Мы же можем приготовить для своего Бога другое жилище – это наши сердца. Вспомните, что сказал Господь, когда восходил на небеса. «Я с вами во все дни». Нет ли обозначает поднятие чаши в конце литургии, когда священник возглашает «Всегда, ныне и присно, во веки веков». Итак, братья, давайте приготовим свои духовные кадильницы и ладан для них. Богу не подошло ни солнце, ни величественный храм Соломона. Он разрушил его. Почему? Потому что домом для своего обитания он избрал молящееся сердце каждого из нас. Oh.
Жизнь в монастыре по-человечески проста и в то же время божественна. Люди и предметы составляют единое государство, которое управляется законами, необъяснимыми нормальной человеческой логикой. Это светоносный собор, живое таинство будущего века, таинственное общение и дорога между небом и землей. Монахи, пребывая в своем монастыре подобно пришельцам и странникам, в то же время живут нормальной жизнью и ежедневно общаются друг с другом. Однако все они, став на свой путь, в одной точке отправления устремлены к восхождению вверх по духовной лестнице и причислению к лику святых нашей Церкви, к достижению возлюбленного Царствия Божьего. И увидел я новое небо и новую землю, и святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста украшенная, все скинии Бога с человеками. Этот прообраз значим для нас. Он символизирует монастырь, который сам есть жизнь и пример подлинного жития. Монастырь есть то недостающее звено в цепи,